А тем временем бравые ребята из главного управления разведки решили, что мало им подвигов в Украине, и поэтому отправились в Сирию. Известное издание «Киев-Пост» со ссылкой на собственные источники утверждает, что бойцы легендарного спецподразделения «Химик» главного управления разведки провели блестящую операцию именно в Сирии. Представляете, они умудрились нанести удар по российской базе возле Алеппо, причем прямо на следующий день после встречи Путина с Асадом. Вот это я понимаю, поздравили с успешными переговорами. Сначала наши герои разнесли комплекс радиоэлектронной борьбы, а потом взялись и за сам аэродром. Говорят, россияне использовали его для подготовки наемников. И, как сообщил источник «Киев-Пост» в украинской разведке, база КВРС использовалась не только для поддержки режима Асада, но и как тренировочный лагерь для подготовки наемников, которых отправляли на войну против Украины. И теперь этому конвейеру смерти нанесен серьезный урон.